Предстоящие выборы в Мажилис и Маслихаты не будут проходить в онлайн-формате. Голосовать казахстанским избирателям предстоит по привычной системе. Об этом во время брифинга сообщил председатель ЦИК Берик Имашев. По его словам, выборный процесс в Казахстане регулируется соответствующим законом, в котором не предусмотрена норма об онлайн-голосовании. Состоятся выборы в установленные сроки 10 января следующего года. В Центре избиркоме пояснили, перенести дату из-за эпидситуации невозможно, поскольку законом не предусмотрено продление полномочий избираемых должностных лиц и госорганов. Выборный процесс будет проходить со строгим соблюдением санитарных норм. Выборный процесс, он регулируется законом о выборах. И у нас в этом плане никаких там предусмотренных вопросов онлайн-голосования. К нам, кстати, вот и по почте начали поступать, что там многодневное голосование. Но у нас этого близко нет в нашем законе. Будем эти выборы проводить по привычной системе, по бумажным бюллетеням. То есть для наших в этом плане избирателей никаких новшеств не будет. За очередными выборами в Казахстане будут следить наблюдатели иностранных государств и международных организаций. Сегодня Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление. Согласно ему, аккредитация наблюдателей будет проходить по представлению Министерства иностранных дел. Завершится она ровно в 18:00 за 5 дней до голосования.